Сломала цветонос, крепила на дугу и сломала цветонос. Да, такое тоже бывает. Всем привет! Рада видеть вас на канале про цветы. И делимся сегодня с вами нашими неудачами. Это не ошибка, ну просто так бывает. Захотелось мне поставить на дугу. Вот этот цветонос, ему уже, наверное, год. И Растюшка захотела выпустить из него, из боковой почки, еще один цветонос. Естественно, я его сломала. Ну, было немножко обидно, конечно, но давайте не будем плакать, рыдать по одной простой причине. Если растение хочет зацвести, оно зацветет. Хоть вы раз сломаете, хоть вы два сломаете, оно зацветет. Если вы создали ему все условия и так далее, будет оно у вас цвести. Про то, как зацвести орхидейку, я уже говорила в предыдущих роликах на канале. Сейчас скажу, почему не стоит расстраиваться, и сразу покажу это на примере. Вот боковой этот побег, где Растюшка хотела доцвести. Вот я тут его сломала. Прошло пару недель. Смотрим. Пробилась еще одна почка. Не знаю, зацветет она дальше, не зацветет. Думаю, что может. Естественно, я уже ее, наверное, на каскад никак не поставлю. Тут все еще можно дальше вот эти доломать. Если пытаться крутить, так, такие плотные мы уже не крутим. Все, они уже сформированы, их вы можете заколоть, но манипулировать ими не стоит, потому что точно так же отломаете. Как формировать каскад, я уже рассказывала вам в прошлых роликах, да? Вот, отдельно у меня уже цветонос идет под каскад. Но я уже дугу саму переставила, поэтому здесь никак она уже не станет, но... Само то, что ты точек захотел процвести, будет приятно. Конечно, любители, чтобы все у них было идеально, где-то отрезают эти старые цветоносы. Можете отрезать, но я позволяю растению цвести так, как оно хочет. Вот. И в любом случае советую вам не расстраиваться, потому что, опять же, если цветочек захочет процвести, он процветет так или иначе. Поэтому не переживаем, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем до скорых встреч, всем пока-пока.